Здравствуйте! Сегодня на нашем тесте Chevrolet Niva. Модернизированная Chevrolet Niva. После рестайлинга, который прошел примерно 2 года назад, Niva пережила еще 2 серьезных вмешательства в конструкцию. Стали ставить новые сальники в трансмиссию и появились шрусовые карданы. Теперь появилась очень важная опция. Опция безопасности – это антиблокировочная система тормозов и подушки безопасности. Здесь их 2. И еще одна маленькая деталь – вот эта вот форсунка омывателя заднего стекла. Невероятно проблемная деталь на прежних Chevy Niva. Об этих инновациях официально сообщили как раз тогда, когда мы были здесь же, в Тольятти, на всероссийском слете нивоводов. Товарной машины в то время не было, поэтому мы приехали сюда еще раз, чтобы протестировать, ну, не все, конечно же, подушки мы не будем тестировать, но те изменения, которые произошли за тот год, когда Chevrolet Niva не была на наших тестах. И так совпало, что в этот тест мы узнали еще одну очень хорошую новость о выпуске специальной серии автомобилей Chevrolet Niva к столетию марки Chevrolet. Ну, описывать внешность Chevrolet Niva особого смысла нет. Всем известный 5-дверный компактный внедорожник. Внешне ничего не изменилось, ну, кроме упомянутой мной форсунки омывателя заднего стекла. Гораздо интереснее, как проявят на себя все эти инновации в деле. Поэтому мы не будем терять время, сразу же поедем, притом поедем на бездорожье, асфальт, может быть, кусочек захватим. Это не так интересно, хотя вибрации, конечно, меня по-прежнему беспокоят. Для теста мы выбрались в чудный сосновый бор. Ага, вот и первое изменение внутри автомобиля. Airbag, airbag. Если раньше шутили, что на ВАЗе обновление означает еще одно место, куда можно поставить иконку, то теперь уже эта шутка не так актуальна, поскольку вот, наконец, фронтальные, по крайней мере, airbag'и на отечественном, по сути дела, автомобиле есть. Chevrolet Niva попадает в разряд компактных внедорожников с габаритной длиной 4048 мм, шириной 1770 и высотой 1620. Колесная база Нивы 2450 мм. Это легкий автомобиль, его снаряженная масса не превышает 1350 кг. Дорожный просвет с колесами 205/70R15 200 мм. Двигатель рабочим объемом 1700 кубических сантиметров вызывает 80 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы разогнать Ниву до 140 км в час, а до сотни она разгоняется за 19 секунд. Объем бака 58 литров и с расходом топлива в среднем 10,8 литра он может проехать на этом баке 500 с небольшим километров. Ну вот и первый тест. ABS работает. Слышно, как колодки дробно стучат по дискам. И, кстати, еще одна инновация. Судя по всему, они поставили новые моторчики стеклоподъемников. Раньше со стеклоподъемником было как? Пока ты останавливаешься что-нибудь спросить, и опускается стекло, человек уже уходит. Теперь же мы, по крайней мере, не заблудимся. А владельцы прежней Chevrolet Niva могут оценить скорость, с которой поднимается стекло. Что у нас с характерными недостатками? Вибрация я пока не ощущаю. Ну, в общем, в лесу такие скорости, что их особо и не почувствуешь. Да и трясет изрядно. Переключение передач, как мне кажется, стали немножко увереннее. Проехать-то всего каких-то 200 метров. Температура уже под 100 градусов. Вовсю работают вентиляторы. Правда, у нас включен кондиционер. Очень полезная опция, особенно в Москве летом. При рестайлинге поменялись сиденья. Сейчас они стоят чуть-чуть выше, и мне сидеть намного комфортнее, чем на Chevrolet Niva первых выпусках. Ну, в общем, пока я не ощущаю каких-то видимых изменений в поведении автомобиля, ну, за исключением, как я говорил, вот новых карданов, которые здесь не дают никакой вибрации. Пошел дождик,
заднее стекло сразу запылило. Сейчас проверим, как работает новый омыватель. О, отлично. А вот и первое препятствие. Подъем, песчаный подъем. Не очень крутой, градусов, наверное, 15. Но постепенно переходящий градусов 20. Вторая пониженная. С достойной марки и модели легкостью. Нива берет этот подъемчик. Ничего сложного. Я рекомендую проходить подъемы именно на второй пониженной передаче. Это будет оптимальный баланс тяги и инерции для такого легкого автомобиля, как Chevrolet Niva. И не забывайте блокировать межосевой дифференциал. Да и вообще, вторая пониженная для Нивы – это, в общем, универсальная передача. Ведь, как известно, по бездорожью Нива едет ходом, то есть берет препятствие с разгона. Вот, пожалуй, только вот эти версии с моторами Евро-3, с новыми блоками управления двигателя, стали позволять двигаться в натяг более или менее уверенно, и даже на холостых оборотах они берут небольшие подъемчики сами без нажатия на педаль газа. А вот, кстати, примерное препятствие, которое как раз и требует от автомобиля движения в натяг. Здесь у нас противопожарная полоса, не очень глубокая канавка, но принцип прохождения таких препятствий, вообще всех V-образных оврагов, канав, траншей, примерно одинаковые. Нужно двигаться с минимально возможной скоростью, буквально на холостых оборотах. Конечно же, на первой пониженной, конечно же, заблокировать дифференциал. Буквально нащупывая каждым колесом вот эту стеночку, обращая внимание, как ведет себя машина, потому что в серьезных условиях запросто можно съехать и упасть на борт. И выбраться на гражданской машине из такой ситуации будет непросто. Ну вот, Нива едет. Действительно, вот она едет на первую пониженную. Я не касаюсь педали газа. Тихонечко в натяг ползет сейчас небольшой спуск. Песок рыхлый. Машину немножко все время поводит. И если я добавлю скорость, ее можно стянуть, я просто не успею среагировать. А так у меня будет время чуть-чуть подкорректировать направление. И, кстати, наверняка вот сейчас вы смогли внимательно рассмотреть те самые фросовые катаны, о которых я столько говорил. А вот ситуация диагонального вывешивания на Ниве никто не отменял. Мне с трудом удалось найти такое положение, когда она вывесилась. Поскольку здесь нет ни противобуксовочной системы, хотя при наличии АБС сделать ее не очень сложно, ни блокировок межколесных дифференциалов, вот, пожалуйста, теперь только либо помощь друга, либо, ну, не знаю, лопата. Никаких проблем, хотя лучше, конечно, в такие ситуации не попадать. Мы решили немножко трассу разнообразить и выехали на асфальт исключительно для того, чтобы проверить наличие вибраций. На этой машине, как известно, стоят карданные валы с шрусом. Вот сейчас 60 км в час, 55-60 км в час, первая критическая точка, вибраций нет. Подрагивает рукоятка раздаточной коробки, но вот на салоне, на зеркале и вот на себе я не чувствую вибраций. И вот на свободном участке обводного шоссе мы разогнали Ниву до 90 км в час, но и я не замечаю сколько-то значительных вибраций. Характерный зуд раздатки слышно, своеобразный такой звенящий шелест. Но вибраций нет, это здорово. А раньше даже на модернизированной Chevrolet Niva на 90-100-110 км в час зеркало заднего вида мелко-мелко дрожало, так что даже изображение размывалось. Мы успешно финишировали. Как я и говорил, трасса оказалась совсем несложная. Даже для того, чтобы просто застрять, нам пришлось изрядно постараться. Ну а чтобы не оставлять вас уж совсем без вкусного, я хочу представить вот этот автомобиль, отличный образец внедорожной подготовки Chevrolet Niva.
Этот автомобиль построен энтузиастами, но не просто энтузиастами, а инженерами, которые работают на GM АвтоВАЗ. Поэтому те решения, которые воплощены в этой «Шевроле Нивы», не просто интересны и оригинальны, они еще и одобрены с точки зрения конструкторской мысли. А некоторые из них, как вот этот шноркель, прошли сертификацию и могут пойти в серийное производство. Но об этом чуть позже. Перечисление всех внедорожных опций, которые установлены на этот автомобиль, займет какое-то время. Например, здесь колеса значительно большего диаметра. Если в стандарте они примерно 27 дюймов, то здесь 29. Грязевая резина, диски, соответственно, 15 дюймов. Размер резины 235-75R15. К сожалению, конструкция кузова «Шевроле Нивы» не позволяет сделать лифт, соответственно, от несущий кузов, и не позволяет вырезать арки. Ну, то есть позволяет, конечно, но это очень сложно. Здесь применен оптимальный способ поставить колеса большего диаметра – лифт подвески. И передняя, и задняя подвески лифтованы на 4 сантиметра. Впереди с помощью проставок под пружины, которые выполнены очень грамотно с точки зрения технологии, и проставок под верхний рычаг, что позволило сохранить рабочую геометрию подвески и оставить стандартные пружины. Еще один дополнительный элемент – это развитая защита моторного отсека и трансмиссии. Она выполнена из алюминиевого листа и крепится как к подрамнику подвески, так и к лонжерону. Получается очень прочная конструкция. К защите крепится и стандартный 2-дюймовый квадрат, куда можно поставить лебедку, либо буксирный крюк. Притом, как видите, он привинчен не только к защите, но и к лонжеронам. Таким образом, получается тоже жесткая и прочная конструкция. Опытный глаз заметил наверняка, что и бампер слегка подрезан. Давайте посмотрим, как установлен шноркель. Сделано это оригинально и довольно просто, а потом рассмотрим поближе заднюю подвеску. Шноркель поставляется с комплекта воздуховодов, который одним концом крепится к воздушному фильтру, уводится в крыло, для чего нужно посверлить отверстие, и выходит непосредственно к трубе шноркеля. Простое и изящное решение, которое обеспечивает полную герметичность системы впуска. В задней подвеске оставлены стандартные пружины, стандартный амортизатор и большинство стандартных тяг, а лифт сделан за счет проставки под чашку пружины, которая является одновременно усилителем балки моста. За счет переноса нижней точки крепления амортизатора на 40 мм вверх. Что самое интересное, здесь удлинена одна из верхних тяг балки, что позволит сохранить кинематику подвески при артикуляции моста. Одно из самых уязвимых мест «Шевроле Нивы» – задний бампер защищен алюминиевым профилем, который крепится к силовому элементу кузова, и к нему дополнительно крепится такой же квадрат, как и впереди, куда можно, как видите, и буксирный крюк поставить, и лебедку присоединить. Это удобно, потому что позволяет возить лебедку в багажнике, а не на бампере, что, конечно, отнимает полезное пространство, но зато обеспечивает отличную развесовку. А сейчас мы проведем микротест-драйв и перейдем к десерту. Клиренс 275 мм, защищенные свесы, отличная артикуляция подвески. Для этого автомобиля на бездорожье не так уж много преград, разумеется, в разумных пределах. А вот и десерт. К столетию марки «Шевроле» GM АвтоВАЗ подготовил специальную версию автомобиля. Их будет выпущено всего 300 штук. За основу взята модель L с непрокрашенным обвесом и кондиционером, которая дополнена усиленной защитой передка, квадратом под лебедку или под буксирное устройство, шноркелем, рейлингами и защитой заднего свеса, также с квадратом под лебедку. В продажу машина пойдет с резиной АТ стандартной размерности. Главное то, что все эти доработки не только одобрены заводом, но и сертифицированы. И самое главное, что ходовые качества автомобиля не ухудшились, а возможности увеличились.